Добрый день. Сегодня рассмотрим причину неподнятия электростеклоподъемниками стекол с кнопки на автомобиле УАЗ-2108 и почему горят кнопки. Приехала восьмерочка на ремонт. Не поднимаются стеклоподъемники. Одну кнопку уже заменили, она перегрелась, а новая все равно не работает. При подключении вскрытия обнаружилось, что при прямом подключении к аккумулятору стеклоподъемник поднимает и опускает. Все вроде бы нормально. Может показаться, что где-то теряется напряжение. Подключаемся напрямую к автомобильному аккумулятору. Автомобильный аккумулятор проверили состояние, все нормально. Подключаем и проверяем от него работу. Тоже все нормально. Поднимает и опускает. Но! Есть одно но. Стеклоподъемник берет на себя большой ток. Это часто приводит к перегреву кнопок двигателя и проводов. В данном случае вообще с кнопки не поднимает. Виновата в этом втулка стеклоподъемника, которая расшаталась и износилась. Рычаг упирается не в паз, по которому скользит, а в другую часть паза металлической частью, и создает сопротивление при подъеме. Нужно срезать старые втулки и поменять на подшипники. Я думаю, это лучший вариант, чем утащивать другую втулку. Вот смотрите, как она расшаталась и износилась. Ее нужно срезать и поменять на подшипники, потому как это лучший вариант. Они будут вращаться при движении по направляющей. Выбрать втулку или подшипник? Я бы выбрал подшипник. Вот два варианта примера, которые можно поставить. Вот смотрите, как поднимается уже с кнопки в реальной скорости, но правда с подсевшим аккумулятором. Параллельно ремонтировал центральный замок и аккумулятор немножко подсадил. Подписывайтесь на канал, я думаю, вам будет тут интересно.